Всем привет, друзья, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в The Escapist 2. Так, что тут происходит? А, значит, это не то. Я никуда не опаздывал, не пизди. Чё я хочу? Нихера, нельзя. У нас же в прошлой серии был план взять стол и, собственно, с него перелезть по вентиляции нормально. А может, я только свой не могу? Да ты чё за херня такая? Почему я не могу взять? Вот, потому что как скрафтить эту херню, я, честно говоря, не нашел. Почему-то на эти столы я залезть не могу. Это очень грустно. Это очень грустно. Остается только какой-то подкоп. Вот, и то я не уверен. Зачем тогда здесь есть вентиляция? Вопрос интересный. Вопрос интересный, вопрос непонятный. Тара-там, 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 если я не могу сюда никак залезть. Да что ж такое-то? Пара-пам, та-та-та-та-та-та-та, па-па-па-па-пам. Ту-ри-тум. Я еще раз пытаюсь посмотреть, может быть, здесь что-то есть, типа стола. Но нет, нихера нету. А проломить это все у меня вряд ли получится. Можно попробовать сделать фальшивую эту. Фальшивую... фальшивую стену. Что нам для этого нужно? Давай посмотрим. Вот, нам, во-первых, нужно 50 опыта, но у нас он, по-моему, есть. А, три каких-то шнурка. Три каких-то шнурка. Давай посмотрим, давай поищем. И таких стен, я так понимаю, мне понадобится две. Ну, хорошо. Блин, я куда-то не туда пошел. Ну ладно. Так, давайте чуть-чуть поработаем. Так. Что не так? А, окей. Без проблем вообще. Да какой носок-то? Кляха. Двойка. Да что ты делаешь-то? Блядь, я... Иди в шопу. Дурацкая херня. Я не знаю, работа такая напряжная на самом деле это. Тут фиг успеешь. Так, тут все сделали, значит. Все-таки. Все-таки. Фальшивый инструмент. Мне еще, наверное, нужен будет резак, чтобы все это вскрыть. Ладно, давай поищем. Нам нужны какие-то шнурки. Ой, да ладно. А зачем? Зачем, непонятно. Так, тут шнурков нету. Отойду, отойду, отойду. Я просто просматриваю. Ищу то, что мне нужно. Ты не парься, дружище. Бляха, а чё ни у кого штурков таких нету? Да за что, сука? Козел.
Да, конечно. Вот падвы, какие падвы, я просто не могу на ними. Забирайте меня. Так, ладно, пока нас забирают, минутка полезной информации, друзья. Я хотел бы посоветовать вам магазин цифровых товаров Kind Store. В Kind Store вы найдете отличные товары по самым низким ценам. Подписки на различные сервисы, промокоды на скидки, аккаунты, ключи и многое другое. Ассортимент действительно очень большой, так что каждый найдет что-то для себя. В магазине есть реферальная система и гарантия на весь товар на момент покупки. Переходите по ссылке в описании и покупайте по самым вкусным ценам. Продолжаем, друзья, все ссылки есть в описании. Чего нас никуда нет, не слито? Неправильно. Ну ладно, ничего страшного. Короче, нужно где-то надыбать какие-то шнурки, я так понимаю. Где я их могу надыбать? Вот это уже вопрос. Вот это что за херня? Нет, я не могу вскрыть. Почему? Почему я не могу это вскрыть? Это херово. Возможно, я смогу купить у барыг. Вот вполне возможно. Но я в этом не уверен. Нету. Нету, ничего нету. Уже все забрали для меня почему-то. Кто посмел, я не понимаю. Еще там бомбежки какие-то, бомбардировки. Начинается. Че за трэш? Так, ладно, давай немножко камеры обсмотрим. Это нифига не камеры. Вот это камера, значит. Аккуратненько, пока никого нету. Я не эти обсматривал-то. Я просто не помню, какие. Сука, спалились. А тут все равно нет нихера. Тут все равно ни хера нет. Я пока не нашел ни один шнурок, а нам таких нужно будет 6 штук. Это очень много. Но мы сейчас хотя бы поймем. Мы узнаем, попадаются ли они в принципе. Сок бечевки это не то. Да что за херня-то? Да ты хорош. Нафиг мне свои крысы дохлые. Да где все эти-то полезные? Чё за бред? Что не должно быть? В смысле не должно быть? Ты ж не видишь меня? Вот ты панова. Я не вор, я ничего не взял. Чё я взял? Ничего не взял. Я просто хожу, просто осматриваюсь. Просто проверяю, нет ли у кого запрещенных каких-нибудь этих. Ой, прошу прощения. Нет ли у кого что запрещенного? Я ж ничего ни у кого не взял. У меня все, пустой инвентарь практически. Сука, ни у кого нету. А где эту херню-то взять? Может ее скрафтить можно? Подожди-ка. В принципе, одну такую нам давали для задания. Но таких херевочек я тут не вижу. А раз таких веревочек я тут не вижу, значит, их нужно находить. Судя по всему. Вопрос где? Нет. Лех, сейчас опять работает, да? А, ужин нормально. Вот эти два последних обсмотрю. Раз все жрать побежали. А это мой. Сука. Херовенько. Я все места посмотрел. Где мне взять эти шнурки, я не понимаю. Давай попробуем купить у барыг. Не зря, что в конце концов мы деньги собирали.
Так, кто из вас барыги? Кто из вас не даст квесты? Да это не ты. О. Затопить туалет. Давай, пьем без проблем. Давай, окей. Ой. Так, у тебя нет нихера. Ну чё у вас тут за потасовки начались? Тоже нет нихера. Бляха, а как я это сделать-то должен, если здесь во всей игре нет ни у кого нужных мне инструментов? Чё за бред? Найти барабан. Барабан-то я найду, барабан-то без проблем. А где вот мне эти шнурки взять непонятные? Да что ты делаешь? Почему я не могу вынести стол из камеры? По-моему, это неправильно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сука. Бляха, муха. Да хорош. Ну, я надеюсь, барабан-то у меня не сберут. Я на работу шел, ну. Вот из-за такой херни меня сейчас еще и уволят. Ты куда повез ты меня? Ну, что? А, нет. Бляха, на второй этаж понес. Вот придурок. Дурачок, нет. Ладно, что барабан остался. Ладно, хер с ним. На работу мы уже не успели, я так понимаю. Ты-то кто? Давай, помогу. Найти скрепка. Жесть какая-то. Первый раз такой еще и... Да отстань. Что меня избивать за то, что я обсматриваю камеры? Я ж ничего никому плохого не делаю. Ты смотри, уже бежит тварь. Отошел, отошел, отошел. Так, пойдем сплоснемся. Собаки такие. Так, кому тут что отдать нужно? Лиана, мы же ему пизделить давали. Это вот этот зеленого... Нет, вот этот. Сначала выполним этим. Так, барабан давайте тоже отдадим. Кому он здесь нужен был? Для Франки. Да блин, уберите свои эти. А, Франки, тебя избили. Сука. Избить Джордана. Новый предмет. Ой, баночка краски. Ёпрасы ты. Чё, всё как сложно. Так, у нас сейчас, в принципе, отдых идет. Пока мы тут отдыхаем, надо подтырить. Тут только я начинаю тырить, сразу все охранники сбегают. Спану такие. Какая-то, бляха, напряжная началась. Так, ну где, 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 где? У меня ничего запрещенного. Ничего запрещенного, все хорошо. Так, дружище, забери. Забери без проблем. Чего у тебя еще-то? Да ты задолбал, художник хренов. Ты давай уже свою картину напиши, отъебись от меня. Или денег побольше плати. За копейки я работаю на него. Так, стой, 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 стой. Бляха. Может, подожди-ка, самодельная лестница нам поможет?
куплю. Куплю, проверю. Нет. Блять, сука. Да выкини. Блять, сейчас заберут. Заберут все. Да тварь, я 70 монет отдал, за что? Ублюдок. Надо было сначала скинуть эту херню. Тварь, а ты посмотри, что происходит. Козлы. Где этот придурок, бляха? Забери свой барабан. Все из-за тебя. А, так может я ее сам сделаю? Ну-ка, подожди. А где еще торгаши? Найти гитару. Подожди-ка. Алло, собаки. Да ёбана. Я не понял. Ну проваливай. Они что тут стоять будут? Сучки. Опа. Блять, зачем я ее покупал? Пока все спят. Потырю. Пока никто не... Да блин. Пока никто не видит. Сука. Чего, 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 что? Что? Шел нахер отсюда. Чего ты мне там кричишь? Ну-ка съебался. Вот это надо было. Это я помню. Так, отпиливатель. Спрячь. Это все нам пригодится, возможно. Да что, как долго утро не наступает? Я уже все у всех обтырил. Нам надо попробовать с лестницей. Мне кажется, лестница реально нам может помочь. Так, тут охранник. Да ты какой мудак, а? Ты посмотри. Сволочь. Глазастая сволочь. Так, ищу. Ищу, еще нужна одна баночка краски. Лучше, конечно, готовая лестница, но... Что поделать? Просрали кучу денег. А лестницу так и не сделали. На самом деле, если... О, кстати. Гитарка. Так, пацаны, может, у вас есть у кого? Бляха. Ай, в пизду. 55. Блин. Я уже столько денег угрохал. Нечестно. Я хочу найти бесплатную. Да. Ой, нихера не... Да что я ничего не делаю? Отвали от меня. И сейчас с гитарой хожу. И у нас завтрак. И пожрем. Так, кому тут надо было чё? А куда он ушел-то? А, о. Забери.
Так, давай еще эти инструменты, прошу. Контрабас. Контрабас я где-то видел. Его, по-моему, сделать можно было, что ли. Ой, господи, ну и жесть. Тут у нас, конечно, творится просто. В смысле, а меня что, уволили, что ли? Почему я опять на работу сюда иду? Сука, уволили, да? Ладно. Я опять сюда устроюсь. Хотя нет, зачем я сюда устроился? Можно как-то бросить его? Блин, а тут уже все работают. Там просто денег платят мало, а требуют очень много. Я бы лучше почтальоном устроился. Ну ладно, потом. Потом, сейчас не до этого. Где же последнюю краску? Краски-то мне взять. Я не очень понимаю. Так, этот стол мы уже обыскивали с этой гадюкой. Какие я еще не обыскивал? Верхний, наверное, не обыскивал. Бляха, верхний-то мой. Да ну хорош! Ну чё за говно? Ну должна же быть где-то краска халявная. Ну чё, я всё должен за деньги, что ли, покупать? Это же бред. Зараза. Ни хера ни у кого нету. Я ничего не делаю. Ничего не делаю абсолютно. Блин, это херово. Это очень-очень-очень херово. Так, ладно, давайте сейчас на физические упражнения сходим. Отдадим эту херню. Я не понимаю, где мне взять шнурки. Я не понимаю, где мне взять... Сука, у них ни у кого ничего нету того, что мне надо. Да стой, придурок! Блять, кто кого уложил? Франки, ты идиот! А, вот, все нормально, выполнил. У них нету того, чем мне нужно. Ладно. Кто тут торговал-то, алло? Блять, тут же торговал этим. Так, трёпку не хочу. О, найти одежду заключенного. Это жесть. Я не могу найти, сука, баночку краски. Я чё, многого прошу, что ли? Отошел, отошел в сторону. Возьму отсюда. Отвали. Так, у нас сейчас отдых. Допустим. Стой, мудила. Так, что у нас тут? Избить. Давайте вот от этой херни я откажусь. И вот от этой херни я откажусь. Я не хочу тут ни с кем сейчас драться. Так, затопить туалет. Вот затопить туалет, это я могу. Это я умею. Мне нужно где-то раздобыть банку краски и попробовать все-таки пролезть через вентиляцию, потому что я не понимаю, как мне перекрасить решетку. А как мне ее затопить-то? Там надо три предмета смыть, да? Ну, допустим. Смыть. Хорош. Иди, Тубзик, проверь. Там кто-то обосрался, я тебе отвечаю. И да, ну давай пиздюлей хозяинам. Да какая тренировка? Я, блядь, не понимаю, где все торгаши-то?
Нет, не будет. Нереально, мне нужно как-то этот. Мне нужно где-то что-то подкупить. Мне нужны или проволоки, я не понимаю, где их взять. Проволоки, шнурки, хер поймешь, что там. Возможно, это на какой-то из работ все можно достать. Но я в этом не уверен. Зараза, какая сложная тюрьма. В 25 минут прошло, мы ничего не сделали, по сути. Кто там краской-то торговал? Ну я же видел, что вы были. Я сейчас даже уже торговцев не могу найти. Что за бред? Тут где-то тоже какие-то столики вроде были. Я в них попасть не могу. Эх ты ж, блин. А вот эту херню я не могу взять. Не могу, сука. Да бляха, ты издеваешься. Продайте. Чё я и сразу не купил, блин, вот пожалел. Я думал, я найду на халяву. При итоге вообще ни хера нету. Я не понимаю, у кого это было. Может, тут есть баночка краски? Да с... А где взять-то я должен был? Тут одна банка краски на все камеры, блин. Охренеть. Просто взять неискуда. Так, ужин. Сейчас тут все соберутся, может быть... У кого-то что-то появилось. Была же она. Я просто не понимаю, куда она делась. Да почему только ты торгуешь? Где все остальные торгаши-то? Ой, одежда медика. Да, давай. Сука. А есть тут одежда медика? Нихера тут нету. Что, правильный ключ карта для чего? Так, вот еще 100. Может, здесь будет что-нибудь полезное? Да, чё, какие говенные, бляха, эти-то, я не понимаю. Меня это бесит прям. Так, вот почему-то еще второй торговец появился. Что, блядь, один инвентарь на двоих? Суки. Какого хрена? Ты только что торговал! Я не понимаю, как это работает. Это жопа какая-то. Я не могу, сука, сделать гребаную лестницу теперь. Потому что мне не хватает одной банки краски, которую я, сука, не купил. Вот где ее взять? Нет, нету. Чем я мог купить готовую лестницу намного дешевле? Шоколадка для кого-то нужна была. Да откибись от меня, придурок. Ладно, давай. Это неправильно. Это неправильно. Так, ладно, ждем, короче, нового дня. Куда ты меня понес опять, дурень? Или переклички, фиг его знает, что нам нужно ждать. Но что-то нужно.
Нам нужно каким-то образом где-то найти... Найти гребаную банку. Или купить, или подтырить. Ни у кого ничего нету. Я не понимаю, почему. Реально, не понимаю. Ну вот, куча народу здесь должно собраться сейчас. Так, зеленоволосый. Да блин. У тебя ничего нету. У вас же была она! Что за бред? И что? Что? Как я должен? А, забрать тюбик клея. Ты опять художник гребаный. Поклати-ка эту тварь. Дайте краску мне! Я хочу порисовать, сволочи! Жадные вы, твари! Ну кто-нибудь! Почему у них пропадает значок торговли? Это же бред! Это неправильно. Так же быть не должно. Че ко мне никто не приходит? Обидно. Обидно, никто ко мне не пришел. Самое, на самом деле, будет херово, если я с помощью этой лестницы не смогу залезть. Потому что я не уверен. Просто тупо не уверен. Кто ты такой? Майор. Вантус, Вантус, продай мне что-нибудь. Ты что у тебя за херня, блин? Где это все взять? Шнурки все эти. Реально непонятно. Куда он идет? Что, да? Твареныш такой. Когда там уже перекличка-то, ну? Пойдем, что тюбик клей заберем пока. Или что, нам его отдать надо? Бляха, он наверху. Наверх хер залезешь. Ой, короче. Типа, буду книги читать. Мне кажется, мне пригодится. Ну это бред какой-то. Я не понимаю, почему ни у кого ничего нету. Все нормально. Главное, минуту назад, когда я смотрел, все было. После переклички все почему-то перестали продавать. Ему что-то купили уже, хер его знает. Давай, заебал. Так, все, проверяем теорию, значит. Это выкинь, это спрячь. Я заебался искать, у кого банка, у кого не банка, куплю готовую еще. Сколько у меня денег осталось? У меня 200 монет, нормально. Че я экономил? Я много денег заработал. Так, все, идем спать. Идем спать и завтра с утра пытаемся каким-то образом сбежать. Давай. Все, я лег. Я лег. Я вообще сделал все красиво. Потому что нам же еще нужны будут какие-то инструменты, помимо того, что я это все возьму. Так, допустим. Ведь даже если я сейчас смогу перелезть каким-то образом, мне ведь реально нужно будет... Так, сюда никто не заходит. Блять. И что, и как я это должен сделать? Подожди-ка. А как мне залезть-то?
И... Ну, вентиляция, и чего? Как открыть вентиляцию? Это что за бред? Что? Почему я залезть-то не могу? Ну, у меня типа появляется, что... Как ее открыть-то? Е, пробел. Ёбарный. Серьезно, мне еще эта что ли херня нужна или чё? Да в смысле? Короче, загуглил, потому что хотел, чтобы уже наверняка. Нужна еще отвертка, оказывается. Как ее сделать? Отвертка или кусачки там было написано, по-моему. Резак, а где отвертка обычная? Тут есть вообще такое? Ну-ка, подожди-ка. Тут нет такого, ты издеваешься надо мной. Там написано было отвертку. Нужно взять. И где ее взять должен? Что за бред? Я что-то не вижу или что? Секунду. Так, короче, я нифига не помню. Не понял, где взять отвертку. Вон в гугле ничего подробно не написано. Вот, она вроде как есть, но где я ее должен был взять, я не понял. Давайте тогда сделаем кусачки. Для этого нам нужна одна изолента и два, собственно, этих напильника. Такую херню я часто видел. Ага, и можно будет еще улучшить потом. Улучшить. Ну, допустим. Потому что я не понимаю, где здесь взять отвертку. Вот реально, я не понял. Какие-то там предметы получат. Да что там все надо, ну? Что делаю? Что надо, то и делаю, отъебись. Не должно заебал. Сука, следит за мной, ублюдок. Так, это не то. Напильник, отлично. Напильника надо два. Так, мы просрали работу, но ничего страшного нет. Мы все равно нигде не работаем, поэтому насрать. Так, отлично. Так, нужно еще. Нужно сделать получше сразу. Да блять! Сука! Ну почему я никогда не могу выкинуть нормально все это сделать? Ты издеваешься? Бля, сейчас все отзаберут. Все забрали, вообще все, что было. Да идите нахер. Ну что это за говно такое? Какого хрена, бля, охранники просто заходят и пиздят тебя? Просто пиздят. Я что сделал-то им? Никак всегда можно было, бляха, брать и воровать. Что это за бред? Так, один напильник есть, отлично. Я просто охереваю. Еще один нужен. Все, бляха, я даже выкинуть не успеваю. Тут все так это медленно как-то происходит. Так, выкинь эту краску.
Спрячь вот эту херню. Кстати, краска там может еще и пригодиться, которую я натырил, потому что одна-то лестница у нас есть, а нам же еще нужна будет вторая, чтобы обратно залезть, правильно? О, заметили, падлы. Шел нахер. Я ничего ни у кого не взял, идите в жопу. Блять, там отвертка была. Там отвертка была, я тебе отвечаю, там была отвертка. Так, это под нами, комната под нами и справа. Сейчас возьмем. Главное, чтобы никто не стырил. Отстань. Я видел, там отвертка была. Я тебе прям говорю, там была отвертка. Блять, а напильник утащили, а? Быстрей, 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 быстрей. Где ты мне? Ой, спасибо! Так, давай лестницу вторую сделаем. Ты чё тут трёшься, упырь? Я отсюда. Значит. Лестница есть, отвертка есть, замечательно. Отверткой, наверное, все попроще будет сделать. Пойдем проверим. Да, действительно, смотри-ка. Отлично, нам этой отвертки хватит на все. Я ж не думаю, что нам придется ее заворачивать. Сюда же никто не заходит, правильно? Ведь про это место писали, что ее никто... Я никого здесь никогда не видел. Уе, детка. Откручивай. Скоро, скоро мы сбежим, пацаны, я вам отвечаю. Нам нужно только сейчас посмотреть, что нужно для мотоперки. Для нее по-любому что-то еще будет нужно. Так, починить мотоцикл. Соорудить ракетный двигатель. Так, допустим, значит. Блять, как здесь просто инвентарь открыть? Сюда же тоже никто не заходит, правильно? Что тут есть? Самодельный двигатель. Это я возьму. Блять, как эту херню-то сбросить? Ужин. О. Так, подожди, самодельный двигатель. Ладно, давай сначала пожрем. А то у нас уже есть одна звездочка. И это все может плохо кончиться. Нормально, нормально, нормально. Да выкинь эту херню, сука. Блядь, эти суки сразу палят. Бляха, не успел на ужин. Пизда сейчас будет, да? Мне отвертка еще пригодится может. Ладно, ничего страшного. Так, это все я сложил сюда. Работа. Вот на работу надо сейчас обязательно сходить. А то нам еще звездочек накинут. Это вообще будет невесело. Чисто так заглянуть. Все, без проблем. Так, значит. Давай теперь посмотрим внимательно. Где-то я видел самодельный двигатель. Я еще подумал... О!
Значит, ментос и газировочка. Газировочка и ментос, без проблем. На таком двигателе можно в космос улететь. У меня, по-моему, что-то было. Что-то я уже, по-моему, приносил. Если я ничего не путаю. Ага, ментос есть, а газировка... Это не та газировка, там желтая газировка была нарисована. Сука. Отвали. Нету. Нету. Ладно. Сейчас еще посмотрим. Может, кого-нибудь другого. Нихера. Нихера, почему? Почему ни у кого из вас нету? Да вы хорош. Че, газировку никто не пьет, что ли? О, одежда медика, кстати. Она ж там нужна кому-то была. Вот этому. Ладно, он сейчас спустится на ужин, и мы ему отдадим. Пошли дальше газировку искать. Дальше искать газировочку. Блин, серия, конечно, будет долгой, но... А что я могу поделать? На всякий пожар. Ну, я отвертки. Я не понимаю, почему отвертку сделать нельзя. Если бы я ее тут найти не смог. То ладно, она тут попадается еще. Ведь всякое бывает. Да, тут хорошее вообще полно этих отверток. Так, ладно, иду. Может, сейчас купим кого? Газировку-то. Что у нас тут по торгашам? Опа, 140! Ладно, беру. Так, а кому тут нужна была одежда медика? Забери. Так, у меня есть газировка, у меня есть две отвертки. В принципе, нормально. У нас, я так понимаю, все, что ли, для побега есть, потому что больше там вроде как ничего не писали, что что-то еще нужно будет. Я, конечно, хер его знает. Так, сейчас отдых, отлично. Изготовить, допустим. Пойдем проверим. Я вообще не уверен, а как мы проедем? Там, в принципе, я видел, был трамплин. Возможно, я смогу выехать спокойно. Вот здесь вот. И быстренько угнать. Вопрос, нужно ли мне вот эти двери как-то открывать? Зачем ты это делаешь? Тут, в принципе, никто ничего не палит. Так. Да, блядь, как мне это? Ха-ха, серьезно, так просто? Бляха-муха, вы все, погнали! Прям по голове ему! Во! О! Что херо? Кова плюс ментос, это даже все! Кова плюс ментос! Изи, пацаны, изи! Ничего сложного абсолютно нет! Две серии у меня ушло, но мы... На Б, между прочим, вообще красиво сейчас я поступаю. Так, ну хорошо. Три нокаута, два... Что, кирпича? Я ни одного кирпича не уничтожал. Я копал по работе, между прочим. Создано предметов 6 и сделано одолжение. 14 одолжений. Я очень одалживаемый человек. Такая вот серия немножко затянулась, но ничего страшного. В любом случае, мы сбежали, мы с вами укатились с помощью колы и с помощью ментоса. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующей серии, в следующей тюрьме. Это у нас будет, скорее всего, вот этот военный корабль. Ну, впрочем, уже средняя сложность у нас идет. Тут уже не все так просто. Уже приходится мозгами думать. Увидимся. Пишите комментарии, ставьте лайки, добавляйтесь ко мне, друзья, ВКонтакте, я вас приглашу в беседу, подписывайтесь на Boosty, там много всего интересного. Не забывайте переходить по ссылке в описании, магазинчик, там много всего интересного тоже есть. Все, всем до встречи и всем пока!